награждение новых исполнительных директоров Oriflame Натальи и Эдуарда Васильева. На сцену приглашаются топ-менеджмент России в лице вице-президента Oriflame Россия и Беларусь Юлия Михалюка, директора по продажам Oriflame Россия Дмитрия Кваша, территориального директора региона Волга и Урал Натальи Майоровой, а также приглашаются руководство казанского филиала в лице старшего регионального менеджера по продажам Екатерины Щедовой и региональных менеджеров по продажам Марии Бурмистровой и Максима Майорова. Новым исполнительным директорам вручается чек на 24 тысячи долларов США. Новым исполнительным директорам вручается значок с драгоценными камнями. Исполнительным директорам вручается приглашение на 6500 супер вип-зону на ежегодный банкет директоров в Олимпийском, город Москва. Новым исполнительным директорам вручается приглашение на 4 лица на исполнительную и бриллиантовую конференции Киото и Токио, Япония! Новым исполнительным директорам вручается подарок. Автомобиль премиум класса стоимостью 5 миллионов рублей. Далее получает сертификат на приобретение автомобиля BMW X6. Что вы пригласили весь казанский филиал вот в таком составе. Замечательные асмы Маша, Максим, Катя, Лариса, отдел обслуживания, Катя, менеджер по клиентскому сервису и от всего казанского филиала. Позвольте вам подарить подарок, который позволит вам отметить это звание с исполнительным размахом. Мы вам дарим сертификат на исполнительный уикенд, который включает проживание в отеле премиум-класса спа-комплекса «Лучано», эксклюзивные спа-процедуры для двоих и эксклюзивный ужин от бренд-повара «Автандила Бигваба» в ресторане авторской кухни спа-комплекса «Лучано». Ребята, отметьте, пожалуйста!
вашей замечательной команде новых исполнительных директоров. Исполнительные директора! Сегодняшнего праздника. У нас лидеры быстро делают все. То есть эта стадия у нас в третьей части выступления была. Вот выступать оказалось сложнее, чем сделать, наверное, исполнительное звание. А что способствует успеху? Многие спрашивают, что такое успех, секреты вашего успеха. Есть три составляющие. Это компания. Надежная компания «Орифлейм». Мы пришли в компанию «Орифлейм». Мы регистрировались. Ура, компания «Орифлейм»! Компания «Орифлейм», которая в любой ситуации идет всегда на помощь. Компания «Орифлейм», я всегда говорю, когда мы слышим, и кто-то говорит, а компания – это всего лишь инструмент, эта фраза меня коребит. И я понимаю, что у человека с такой фразой не будет великого будущего. Потому что любая компания – это люди. И люди делают компанию великой. Люди. И поэтому «Орифлейм» для нас – это люди. Это основатели, это руководство, это все сотрудники, которые постоянно, ежечасно, ежеминутно делают все для того, чтобы успех каждого из нас был легче, быстрее и намного надежнее. Это надежный партнер, в который с гордостью нужно приглашать и говорить все возможности, не решать за людей. Вот у основателей ценности превыше денег. Мы раскрываем эту тему на наших вебинарах, на наших встречах, потому что вот то, что сейчас приехало руководство, они прилетели вчера с Москвы ночным рейсом, это не прописано в плане успеха. Вот эти все подарки, цветы, это больше, чем когда мы мечтали, когда пришли в компанию «Орифлейм». И когда вы будете посещать менеджерские конференции, золотые, бриллиантовые, вы будете видеть, насколько компания мощна и какие у нее большие перспективы. Мы сделали правильный выбор, вы сделали правильный выбор. И нужно помочь еще большому количеству людей сделать такой же правильный выбор. Нужно это показывать, рассказывать и показывать на собственном примере. Вторая составляющая успеха – это команда. Команда 10 октября 2015 года, наша команда приобрела звучное название, отвечающее современным реалиям BMD-21, бизнес-модель 21 века. Будьте на 1000% уверены, что наша система, командная система,
отвечает и всегда будет отвечать всем современным реалиям. Будьте на 1000% уверены в том, что команда всегда поможет и поддержит. Следующая составляющая – это каждый из нас. Это кто мы? Вот вкратце историю, мы из небольшого рабочего поселка. Пришли в компанию, потому что у нас были мечты. Как у любой молодой пары, которая мечтает свой дом, квартиру, путешествовать, дать ребенку образование, помочь родителям, это иметь свободу и неограниченный доход. Вот у нас эти мечты, они ввели и привели в компанию Oriflame. И мы всегда задавали себе вопрос. И если вы будете задавать точно такой же вопрос, такие вопросы себе, то успех, он неизбежен. Первый вопрос – кто я? Кто я в компании Oriflame? Кто я? И вот наш ответ всегда был, независимо от того, на каком вы уровне. Кто я? Отвечайте всегда. Лидер. Лидер, принимающий решения. Лидер, отвечающий за свой результат. Кто я? Лидер. Предприниматель. Следующий вопрос. Кто я в команде БНД? Надежный партнер, наставник. Ответьте сами себе. Следующий вопрос. Куда я иду? Какие мои цели? Какое у меня видение? Какое направление? Куда я двигаюсь? Может быть, я стою? Куда я иду? Цель вот именно сейчас. Минимальная планка – это бриллиант. Мы изначально ставили задачу войти в бриллиантовую команду. Да, поэтапно вы соберете все ступени карьерной лестницы. Директор, старший золотой, сапфировый, бриллиант. Держите ориентир – бриллиант. Меньше не имеет смысла. Следующий вопрос – куда я веду свою команду? Мы приглашаем большое количество людей каждый день. Просто это еще кто-то пока не умеет делать, научитесь. Но вы будете вести за собой людей. Вопрос, куда вы их ведете? Итак, друзья, три составляющие успеха. Команда, компания и ты. Будь ты надежным для компании Oriflame. Будь ты надежным для своей команды. Будь ты надежным для самого себя. И есть еще одна вещь, которой я научился в Oriflame. Вот я ее опросил. Это умение быть благодарным. Благодарить. Мы благодарны компании. Вот в этот момент должны были выноситься... Нет, данные. Не в этот момент. В этот момент мы приглашаем еще двух сотрудников, да, невидимых наших спасателей, которые делают огромную работу, и мы всегда говорим, шутку, а может не шутку, вам премию нужно выписывать. И мы сейчас обращаемся к вашему руководству, то, что вы бесценные, то, что вы делаете, вот, это бесценно для нас. Большое вам спасибо, и действительно наше спасибо будет очень вкусно для вас. Лариса Смирнова, Лариса Машина, и Екатерина Карандинова. Спасибо вам большое. Еще раз огромное спасибо компании. Конечно же, спасибо себе. Мы тоже молодцы. У нас есть девиз. Девиз простой. Простой, звучащий, но ему нужно следовать. У нас всегда все получится. Не потому, что будет получаться. Просто мы никогда... Вот фиг дождется кто, никогда не сдадимся. Мы благодарны нашей команде. Дорогая команда, команда директоров, мы приглашаем вас на эту сцену. Команда директоров, мы приглашаем вас на эту сцену. Дорогие Наталья Эдуардовна, мы от лица
всей нашей большой директорской команды, команды старших менеджеров, хотим поздравить вас с этим достижением. Мы очень рады тому, что у нас есть возможность учиться у таких великих наставников. Мы очень горды вашими результатами. Мы знаем, что вы лидер с большой буквы и вы сделали себя сами. Вы с самого начала закладывали в нас, и сейчас закладываете правильные принципы, создаете эту атмосферу успеха. И у вас, вот Эдуард очень часто любит повторять фразу «хорошо работаем, хорошо отдыхаем». И мы, наверное, не найти слов благодарности, я буду краткой, хочу сказать, что мы приготовили вам подарок. И мы вложили в него всю ту эмоцию, которую мы сейчас испытываем. И мы знаем, что, опять же, с ваших слов, что жизнь – это череда событий, которые мы создаем сами. Это миги счастья, и чем меньше промежуток между мигами счастья, тем ярче насыщение жизни. И мы хотим, чтобы этот год был настоящим непрерывным мигом счастья. И от нашей большой дружной команды мы хотим вам подарить подарок, который поможет вам получить яркую эмоцию и рвануть команду. Для нас вы уже давно президенты. Мы вам дарим, я надеюсь, это у вас будет сюрпризом, приятным сюрпризом, мы вам дарим уикенд в Швейцарии. Что мы исполнительная команда. Поздравляю вас с этим. И каждого директора сегодня на фуршете ждет от нас подарок. Приглашаем всех на фуршет директоров. Ну а выше у нас сегодня будет банкет, потому что только начинаем. Если кто замечал, как был поставлен танец, то сначала была медленная музыка. Это то, как мы в самом начале двигались, без проекта БНД. Потом музыка увеличивалась. Вы, наверное, динамику заметили. Это то, как мы начали работать, когда запустился проект «Бизнес-модель 21 века». И в конце, конечно же, вы увидели, что это то, что нас ждет в 2017 году. Потому что мы запускаем «Бриллиантовое время». Это то, что каждого из вас приведет в бриллиантовую команду. И все-все подарки, которые вы сегодня видели, ждет вас. Приглашаем всех в бриллиантовую команду. Дорогие друзья, давайте мы сейчас каким-то образом попробуем сделать общее фото. Юра, топ-руководство, Дим, мы попросим вас вперед как-то пройти. Наташа, Катя, Максим, Лариса, Катя, Маша. Давайте сюда. Юх, иди к нам. Наташа. Зачем он нам, да? Зачем он нам? Все, это пойдет. Так, дорогие. Директорский состав. Девушки сзади. Шаг 10 назад. 10 шагов. Шагов сказал мне приступов. Давайте быстрее в темпе. Раз. Давайте. Ань, давайте назад. 10 шагов.